Доброй ночи, дорогие друзья! И сегодня отвечу на самые распространенные вопросы в силу того, что мы иначе не успеваем на них отвечать. Итак, первый вопрос. В каком курсе мне принять участие или мне пойти на индивидуальную консультацию так, чтобы сразу стать здоровым, успешным, богатым, счастливым и так далее? Вы знаете, мы никогда человеку не говорим «тебе идти туда, а тебе идти туда». Это вопрос вашей ответственности и вашего осознанного выбора. Если вам нужна консультация, вы внимательно читаете, выбираете, идете на консультацию. Если вам нужна обучающая программа, вы внимательно читаете, изучаете, вникаете, насколько вам нужна эта обучающая программа, и приходите на нее. Итак, все просто. Вы идете либо на обучающую программу, либо на консультацию, но решение принимаете сами. Касательно обучения, если вы думаете, что за одну обучающую программу или за одну консультацию вы становитесь счастливым, богатым, успешным инфодайвером, вы заблуждаетесь. Инфодайвинг – это реально очень сложное направление. Если бы все было так просто, то весь мир бы сегодня брал информацию объективно и повторял бы все то, что делаем мы с неизлечимыми заболеваниями. Но нашу работу реально повторить никто не может, а по нашим алгоритмам сегодня обучаются действительно инфодайверы, действительно на результат, и это будет профессией в ближайшее время. Потому что это сложно, потому что человек не привык брать ответственность на себя, жить в субъективном восприятии и видеть мир глазами подсознания. И прийти к этому, погрузиться в свой внутренний мир и взять ответственность за жизнь и создание своей реальности, человеку бывает крайне сложно. Это вопросы игры восприятий. Это вопросы смещения точки сборки восприятий. И это действительно возможно только тогда, когда человек проработал все вопросы во внешнем мире. То есть у него все хорошо с семьей, с детьми, с доходами, со здоровьем, с реализацией, с проявлениями и так далее. То есть у него нет той занозы во внешнем мире, которая его цепляет и выдергивает его из внутреннего во внешнее. То, как это происходит обычно, когда человек приходит: у меня нет денег, и вот я сейчас стану инфодайвером, стану богатым. Все, заноза, деньги есть, вы не сможете погрузиться. И вы не сможете брать информацию объективно. И вам придется разбираться с этим внешним миром для того, чтобы он вас отпустил в мир внутренний. И так по каждому параметру. Представляете объем работы на проработку. И вот когда вы начинаете это осознавать, вы понимаете, что действительно тема инфодайвинг – это одна из самых сложных тем. И психотехники, которые взяты в инфодайвинге при внешней простоте и результативности, они действительно очень сложны. То есть очень легко завалиться в мир фантазии, но достаточно сложно работать так, чтобы были результаты. А инфодайвинг отличает именно результаты от других психотехник. И начинается инфодайвинг с ответственности. Вы берете на себя ответственность за свое решение пойти на консультацию или на курс. Мы вам этого не посоветуем. Это ваш выбор. И тут же попутный вопрос, который идет к нему. Можно ли к нам приехать и поговорить с нами лично для того, чтобы принять решение? Нет. Мало того, что к нам нельзя приехать и с нами поговорить лично, вряд ли у вас даже получится это сделать по телефону. Вы можете написать на Viber или WhatsApp, и вам обязательно ответят. Возможно, даже ответят на телефонный звонок. Трубку обычно берет секретарь. Но приехать и потратить время наше на вас, чтобы мы выделили вам свое внимание, у вас не получится. Если вы думаете, вот зачем человек едет, мы сразу задаем вопрос, зачем к нам ехать. Как правило, человек едет для того, чтобы его уговорили, убедили, либо выслушали, уделили ему внимание. Понимаете, это внимание мы можем уделить вам, а можем уделить больному ребенку. И мы выбираем больного ребенка. А вы, пожалуйста, разберитесь сами с тем, что вам надо. Да? Потому что
Одно дело внимание, другое дело вас никто никогда не будет уговаривать. Вам никто не будет разжевывать то, что написано в интернете. Если вы не самостоятельны, вам в инфодайвинге делать нечего. Все очень просто, все честно и прямо. Следующий вопрос, который часто задают донаты. Мы зададим вам вопросы за донаты, возможно, нам так будет дешевле. У меня сразу возникает встречный вопрос. Вы хотите поговорить о своей проблеме или вы хотите решить свою проблему? Если вы хотите поговорить о своей проблеме, тогда да, тогда можно дождаться какого-то стрима. Тренировочные стримы с следующей волной инфодайверов будут в следующем году. В этом году мы пока стримов не планируем, потому что у нас не хватает времени на все то, что мы делаем. Да? А у нас реально конец года очень высокая загрузка. Поэтому все, что касается инфодайвинга и стримов, и вот этой такой болтливой популярности, она уходит. И просто поговорить о вашей проблеме, я думаю, оно вообще яйца выеденного не стоит. Но если вы хотите решить проблему, тогда консультация. Тогда конкретно консультация, и, возможно, даже не одна. Возможно, вам понадобится много консультаций. И, скорее всего, так и будет. Особенно, если консультации касаются серьезных вопросов. И здоровья. И по здоровью, более того, мы уже со следующего полугодия, со следующего года, мы начнем вводить новые типы консультаций, когда конкретно надо. Вот у человека есть проблема там с почками, значит, есть перепрошивки, есть отработки, есть конкретно работа с телом. И будут отдельные консультации и на работу с телом, и на энергетику, и на мозги, и на все. И вы будете выбирать инфодайверов, с кем вы будете работать. Потому что, как правило, одной консультации недостаточно. Вы понимаете, это большой кусок работы. Вы свое тело убивали полжизни. И вы хотите за 5 минут видеть его здоровым за одну консультацию. Нет, тогда к магам и волшебникам не таким, как мы. Мы действительно работаем на результат, но достаточно адекватно. То есть, если вы убивали тело там 30 лет, рассчитывать, что вы его восстановите за одну консультацию не приходится. Если вы его восстановите за 2 года, это будет прекрасно. Ну вот. Поэтому, пожалуйста, подходите к этим вопросам со здравым смыслом. И если вам действительно нужна работа, тогда консультация. Еще один такой интересный вопрос был перед курсом «Деньги». Девушка спрашивала, у нее родители периодически высылают ей деньги, пытаясь помочь. А она такая самостоятельная, она зарабатывает больше, чем родители. И она, отправляя деньги родителей, ей как-то стыдно брать у них, ведь она же самостоятельная. А это обижает маму и папу, и вот она не знала, как поступить. В принципе, я специально взяла этот вопрос, потому что на самом деле очень большое количество детей оказываются в ситуации, когда их родители-пенсионеры отдают им последние деньги, чтобы деточкам было хорошо. И в то же самое время деточки не знают, что с этими деньгами делать. И взять стыдно, и отдать, вот как-то обижаешь человека, да. И получается, что и ребенок себя чувствует плохо, и родитель себя чувствует не очень. Так вот, господа, я предлагаю такую схему. Если вам родители дают деньги, и родители старые, и они сами нуждаются в помощи, но они при этом стараются поддержать детей, деньги брать надо. Отказываться от денег нельзя. Если вы от них отказываетесь, вы отказываетесь в принципе от денег, да, вы заявляете Богу и Вселенной, что они вам не нужны. И тогда начинается другая игра, другой расклад. Вы играете в игру, вам деньги не нужны. Но есть возможность взять деньги и потом сделать родителям подарок. То есть в моменте здесь и сейчас, когда они вам дают, когда они вас поддерживают, вы можете сказать спасибо, отблагодарить им их и быть вот в гармонии с ними, в ладу. А потом точно так же, там, через какой-то короткий промежуток времени, сделать им подарок, привезти им и деньги, и продукты, и так далее, и поддержать родителей. И это будет обратный шаг поддержки, помощи, внимания и так далее. И это все будет в гармонии и в любви. И никто никого не будет обижать.
Это тоже такой гармоничный шаг, который таким образом можно решать вопрос. Это касательно темы денег и взаимоотношений с родителями. Главное, чтобы в отношениях была любовь. Ну, в принципе, наверное, на основные вопросы я ответила. Если у вас есть еще какие-то вопросы, присылайте, присоединяйтесь к нашим обучающим программам. Мы будем с вами взаимодействовать. И дальше инфодайинг быстро набирает обороты.